закрыл и распустил запутанные волосы. Пришел, увидел, победил, провел на небе полосы. Поставил, снял и переснял кино про Вову Ленина. Писал, читал и сочинял Сергея про Есенина. Мою невидимую нить порвал без сожаления. И научился мирно жить без капельки сомнения. Барселона нынешнего образца. Лучшая команда за всю историю каталонского футбола. Так ли это? Постараемся понять. Месси, Хави и Иньеста. Нынешние лидеры синегранатового клуба. Множество побед, безупречные передачи, игра от голов, которые сыпались на соперника с непрекращающимся количеством. Но именно сейчас, когда футбол Барсы доведен до автоматизма и полировка закончена, интересность игры куда-то испарилась. Быть может, вина тому и игра в мелкий пас на своей половине поля, успокоение игры или что-то еще. Ведь главный смысл игр каталонцев – не дать играть сопернику, задавив его и физически, и морально. Часто в тяжелых ситуациях, когда соперник играет безупречно на пределе своих кондиций, каталонцы используют судей. И нынешняя система защиты игроков помогает им в этом. Любой стык превращается в возможность пообщаться с рефери и навязать свое мнение. Не красит это их игру, но нельзя и сказать, что это бывает так часто. Мало команд в нынешнем футболе, кто может противостоять на равных Барселоне. Но когда находятся отважные, футбол превращается из спектакля одного актера в головокружительный боевик со своими героями и непредсказуемой концовкой. В сезоне, получается, таких матчей 10 наберется от силы, и половина из них будет с мадридским Галактиком. Но после этого сезона язык не повернется сказать, что чемпионат Испании ослаб. Нет команд, способных хорошо выступать в Европе. Тогда как три испанских середняка оказываются в полуфинале Лиги Европы? Разве это не говорит о силе чемпионата? Тут есть все, и молодая дружина Бьелсы, и опытных в таких соревнованиях Атлетика, и богатые летучие черные мыши из Валенсии. Но именно сейчас в чемпионате пошла гегемония двух команд – Мадрида и Барселоны. Раньше не было настолько большого отрыва от конкурентов, но ведь и тогда, что у гигантов были Dream Team. Чего стоит собрание таких игроков, как Рауль, Зидан, Фигу, Бекхэм и Роналдо. И на такое звездное собрание был свой ответ у Каталонии. Красивый, элегантный и по-настоящему радующий глаз любого специалиста, болельщиков и обычных зрителей. Рональдиньо, Деко, Этуо. Звездное трио, которое мастерски разгоняли и завершали атаки Барсы. Люди, получавшие удовольствие как от самой игры, так и от игры друг с другом. Их воплощение на зеленом газоне завораживало. И именно о их игре говорили. Это лучшее, что можно увидеть в современном футболе. Тут есть все. Страсть, эмоции и футбольное мастерство. Смотрите футбол. Любите футбол.